победила среди 600 с лишним автомобилей, которые участвовали, и мы готовы взять уже в понедельник ее в работу. Ребят, всем привет огромный, с вами Серега Стилов, начинаем вообще этот год, автодвиж на самом деле будет большой, будут новые автомобили, будет, естественно, дрифт, будут новые автомобили также для вас, естественно, и я, конечно же, продолжаю заниматься спортом, и сейчас конец января, и 2 февраля у меня будет небольшая такая дата, 2 года, как я начал заниматься активно спортом, питание соблюдать, и хотел тоже про это снять ролик, насколько я поменялся сам, как поменялось мое состояние, самочувствие, каким я был толстяком с такими щеками, вы меня смотрели, не помещался тут на монитор, на экран, и каким я стал, в принципе, какие формы сейчас есть. Ну, естественно, это не максимальная какая-то моя тема, к которой я иду дальше больше. Люблю тут в пробке стоять. Знаете почему, ребят? Вот каждый раз. Та-дам! Вон он. Красавчик, просто лютый! Зацените девайс. Настройка происходит через вот такой порт. И сразу тут музыка, звуки точнее, подключение интернет через модем. Так, друзья, ну в той боксе, в принципе, все как обычно. Традиция есть традиция. Все на своих местах. It's on mute.